Проходили сквозь дым и примирали боевую вопратку. Гомельчане долучились до святкования Дня Воротовальника. У Гомеля каля Ледового палаца для гостей подрыхтовали выставу воротовальной техники, интерактивные пляцовки, показальные выступления и концерт. Детям и дорослым рассказали об правилах поводзінаў у надзвычайных ситуациях и оказания первой допомоги. А кроме этого, у гомельчан была магчымасць адчуць себе сапраўдным огнеборцем. У специальном обмундировании воротовальников пройти сквозь дымовую завесу. У нас появилась одна из таких интересных для детей игровая площадка, называется «Электроника». Это своего рода, как давно была такая игра, ну погоди, которые ловили предметы. Дети смогут при помощи каски, шлема спасателя пожарного ловить мячики пинг-понг, тем самым учать ловкости. На гульнявых локациях гости свята могли не только отрымать корыстную информацию, але и заработать специальные жетоны. Потом их можно было обменять на сувениры и солодкие призы. Кажется, что ты в настоящем дыме вот ищешь эту игрушку. Это вообще классно так. В этом противогазе дышать. Мы здесь не в первый раз. Ну, в принципе, нравится этот праздник, конечно. Каждый год мы сюда приходим. Вот. Ну, сейчас уже пойдем смотреть технику. Хотя он уже видел ее, вот, в принципе. Но сейчас попробуем на практике хотя бы АСВ здесь.